добавки Royal Platinum в бензин и дизельное топливо. Расход топлива и производительность двигателя напрямую зависят от чистоты топливной системы, которая всегда засоряется в первую очередь, неважно, стоит техника или работает. Осаждение водного конденсата и осадка в топливной системе – это непрерывный фоновый процесс. Конденсируясь из топлива и атмосферного воздуха, попадающего в бак при заправке, вода и осадок, будучи тяжелее горючего, скапливаются внизу, откуда, проникая далее, приводят к перегревам, недополучающей смазку топливный насос, а топливную систему и все ее элементы – к коррозийным изменениям, сужению диаметра, потере пропускной способности и перемерзанию. Фрагменты ржавчины забивают топливный фильтр, однако воду пропускают далее. Засорение инжекторов приводит к нарушению герметичности камеры сгорания, которой также достигают капли воды, снижая воспламеняемость горючей смеси. Устойчивый к детонациям свинец в современном неэтилированном топливе заменяется на спирты. Но спирт не имеет смазывающих свойств, и он гигроскопичен, то есть он активно поглощает влагу из воздуха. Образующаяся в результате агрессивная водно-спиртовая эмульсия разрушительно воздействует на все элементы топливной магистрали, отчего последняя выходит из строя. И если она способна разъедать даже алюминий, что говорить об остальных деталях? На фоне падающего давления в забитой частичками ржавчины топливной системе компьютер дает команду накачать больше топлива, что приводит к неполному сгоранию топливной смеси, остатки которой откладываются в виде нагара на поверхностях поршня, клапанов и свечей. Полимеризуясь, углеводороды образуют клейкий осадок, закупоривающий чувствительные элементы системы. Это бывает заметно, когда при заправке пустого бака почему-то весь бензин в него уже не входит. Присутствие клейких примесей на внутренних поверхностях нарушает жидкостные характеристики топлива, тем самым вызывая непропорциональное смешивание его с воздухом при формировании горючей смеси. Изменение текучести может создавать дефицит топлива у инжектора, нарушая тем самым весь цикл подачи топлива. Забитые иглы инжекторов приводят к их неполному открытию либо закрытию. Просачивающееся топливо смывает масляную пленку со стенок цилиндров, лишая двигатель компрессии и приводя к повышенным потерям на трение. Вслед за этим возрастают расход топлива, токсичность и объем выхлопных газов. Вывод самый обычный – не запускать болезнь, постоянно накапливая в баке воду, а использовать профилактические средства регулярно, не дожидаясь появления симптомов. Добавки Royal Platinum для топливной системы способны, не теряя горючих свойств, присоединять к своей углеродной цепочке молекулы воды, так что они полностью сгорают вместе с топливом. Содержимое флакона Royal Platinum для топлива просто добавляется в бак во время заправки. Высокоэффективные смазывающие компоненты предохраняют прокладки, сальники и уплотнительные кольца от повреждений, поддерживая беспрепятственную вентиляцию в баке и предотвращая осаждение конденсата, водно-спиртовой эмульсии и полимеризацию топлива, сохраняя его однородную структуру. Поэтому очевидны следующие преимущества использования Royal Platinum для топливной системы. Необходимый уровень пассивной смазки, сбалансированная горючая смесь, возвращение двигателю производительности, мягкая работа двигателя и отсутствие шумов, снижение расхода топлива, максимальный из возможных уровень защиты, чистый воздух для вас и ваших близких. Энергосбережение и профилактика энергопотерь неуклонно выходят на первый план, стимулируя рациональное использование ресурсов в условиях их ограниченности, а лишние расходы не нужны никому. Применять Royal Platinum выгодно в любом случае, его стоимость окупается всегда.